Russia attacks not only physically. It has been waging an information war against the world and peace for a long time. Даже вот эта вот история с покушением произвела на меня гораздо меньшее впечатление, чем я могла бы подумать. Я, во-первых, пользуясь случаем, что называется, как у Якубовича, хочу сказать огромное спасибо ФСБ и коллегам, ребятам, бойцам, которые все это вскрыли, арестовали. Надеюсь, что больше их там нигде не осталось, потому что, знаешь, как Чайф поет, не спеши ты нас сохранить, у нас еще здесь дела, у нас дома детей мал-мала. Да и просто хотелось пожить. Это с одной стороны. А с другой стороны, ну мы же все умрем когда-то. Конечно. Кто-то умрет от долгой неизлечимой болезни, кто-то умрет от неизбежной и неминуемой старости. С этой точки зрения быть застреленной за право говорить правду и защищать свою родину, так как ты считаешь нужным, это ничуть не страшнее, чем другие варианты смерти. Вот если был вариант, что смерти вообще нет, тогда да, а так-то нет. Поэтому я к этому отношусь так. Turn off Russian propaganda. Say no to fakes and war.